Друзья, еду с тетов на поляне проводил. Под таким эмоциональным впечатлением захотелось с вами поделиться. Вот через неделю, мне кажется, вы увидите такую ситуацию, в которой не сможете остаться равнодушными. У нас там парень, не буду называть имени, чтобы не выдавать всех секретов, так влюбился до слез, руки в кровь разбивает. Окружил девушку с заботой, вниманием, теплом, а она этого не оценила. Не оценила и предала его. Я уверен, что к нему скоро попрут девчонки на кастинге, потому что увидят, что на проекте есть настоящий, искренний, добрый парень, который умеет любить. Никакой фальши, никакой игры на камеру, а все вот действительно, знаете, вот прям правдивая история.